Всем привет! Вы на канале Чудо-огород, коротко и ясно. Любой увлеченный садовод или огородник не может спокойно пройти мимо садовых магазинов. И я не исключение. В цветочном отделе началась активная продажа луковичных цветов. Я купила луковицы лилии и гладиолусов. Хочу рассказать, как храню лилии. До посадки еще около полутора месяцев. И возникает вопрос, как же их спасти от преждевременного роста? Во-первых, отмечу, как я их выбирала. Они продаются в целлофановых пакетах и в небольшом количестве опилок. И рассмотреть их довольно сложно. Торопиться не нужно. Внимательно и аккуратно нужно рассмотреть луковицы. Они должны быть твердыми на ощупь, без видимых повреждений. Должны присутствовать корешки, и у многих уже появился росток. С одной стороны, это хорошо, что появился росток. Вы видите, что она проснулась. Но с другой не очень. До посадки еще довольно долго. Так как же сохранить луковицы? Одним из способов является посадка луковиц в горшочек на окне. В этом случае лилии быстро прорастут и цветение произойдет довольно быстро. Еще дома. Это проверено на своем опыте. Затем их нужно пересаживать в открытый грунт, но зацветут они в саду только на следующий год. Самым эффективным способом является хранение в холодильнике, в овощном отделе, в этих же пакетах, в которых покупали. Следим обязательно за влажностью. Она должна быть низкой, чтобы избежать различных заболеваний и быстрого роста. Высаживают луковицы лилии обычно в конце апреля, начале мая, как только погода позволит зайти на участок. Желаю всем удачи! Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока!